Ну, честно сказать, национальная идея сейчас, которая должна стоять на повестке дня вообще, это межнациональная толерантность. Я считаю, что то, к чему мы снова возвращаемся, мы возвращаемся туда, в объединение в некое, да, мы должны понимать, что нельзя делиться на национальности, нельзя вести подобные разговоры и так далее. И это вот то, что сейчас мы наблюдаем на Украине, в Украине, как правильно, я до сих пор не разобрался. Сейчас, по-моему, по-разному правильно. Для меня всегда было на Украине, хотя друзья, которые живут в Украине, они говорят, надо говорить «в». Так вот, национальная идея должна быть как раз такой, чтобы мы все объединились, сплотились и были крепкими вместе. Поэтому за Родину, потому что все мы родились в Советском Союзе, да, за Родину и за то, чтобы мы были вместе.